Здравствуйте. В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Канадакова. В Абакане прошел съезд хакасского народа. Делегаты со всей республики рассказали о том, что волнует коренных жителей региона и на что следует обратить внимание властным структурам. Предприниматели ставят вопрос об энерготарифах. Их неуклонный рост мешает развиваться бизнесу и может повлиять на удорожание товаров и услуг. Годовщина апрельской трагедии. Что осталось сделать и как будет усиливаться пожарная служба, расскажет гость программы, заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. Больше шансов на выживание. В Абаканском роддоме открылось отделение реанимации, а для работы в нем приехали специалисты из Иркутска. ГТРК «Хакасия» запускает проект, посвященный Великой Отечественной войне. Поучаствовать в нем могут и наши телезрители. В четверг в Абакане состоялся съезд хакасского народа. Он проходит раз в 5 лет и является площадкой, где коренные жители региона могут поставить перед властью свои наболевшие вопросы. Делегаты приезжают со всей республики, и помимо обсуждения актуальных проблем, они также выбирают новый состав Совета старейшин. Приветственные телеграммы съезду направили руководители Госдумы и Совета Федерации России. Свыше 400 делегатов собралось на съезд, который созывает общественный орган самоуправления хакасского народа «Совет старейшин». Мероприятие считается важным политическим событием, которое обязаны посетить члены правительства, председатель Верховного Совета, руководитель прокуратуры, других управлений федеральных органов. В своем приветствии к делегатам Виктор Зимин, а вслед за ним и депутат Надежда Максимова, подчеркнули роль хакасского народа в сохранении межнациональной стабильности в регионе и заверили, что власти будут уделять внимание его национальным интересам. Лично от себя могу сказать, я не помню такого случая за время моей работы во главе республики, на посту главы республики Хакасия, чтобы меня когда-то не поддержал Владислав Михайлович, совет старейшин. Я сегодня еще раз всем говорю спасибо за это. Каждый такой съезд — это действительно событие, потому что на нем обсуждаются все текущие вопросы, все жизненно необходимые, и развитие республики, и сохранение национальных обычаев, традиций, как дальше будет жить и развиваться хакасский народ вместе с другими национальностями, которые проживают на территории республики, да и во всей России. Между тем, ряд проблем требует немедленного решения, и о них власти напомнил председатель Совета старейшин. К Владиславу Торосову обращаются жители Бейского и Алтайского районов, где планируется разработка большого угольного месторождения. Разрезы поглотят немалые площади, в том числе пашни, пастбища и сенокосы. Сельчане, живущие в основном за счет скотоводства, боятся за свое будущее. Природные ресурсы – это народное достояние. И решение об их изъятии и использовании может быть клейным. Хотелось бы надеяться, что решение по разрядам не окончательное. Оно будет еще тщательно взвешено, и в итоге будет найден разумный вариант с учетом интересов населения. Мы обязательно учтем критику, которая прозвучала и в докладе Владислава Михайловича. Я считаю, это не критика, это призывы к действию, благополучию нашего народа. Работа съезда продолжалась весь день. Делегаты обсудили другие актуальные проблемы. Главное из них – это развитие хакасского языка. В городе Саяногорске нам бы очень хотелось, чтобы в нашем городе изучался хакасский. Но не так вот в таких школах, а так хотя бы в одной школе 2-3 урока было хакасского языка. Владение учащимися родным языком – это очень большая проблема. И здесь необходимо был бы именно вот такой вот контакт Совета старейшин с правительством, например, и Министерство просвещения, об увеличении количества хакасского языка преподавания, об увеличении, например, вещания на хакам языке и национального радио, национального телевидения. Решения съезда будут оформлены в виде наказов правительству. Кроме того, произошли изменения в составе президиума Совета старейшин. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Возможно, отмена платы за капремонт взволновала старшее поколение. На этой неделе депутаты-единороссы объявили о том, что тем, кому за 70, будут компенсировать эти взносы.
Тем, кому от 70 до 80 лет, предлагается возвращать половину суммы, уплаченной за капитальный ремонт. А лицам от 80 и старше перечислят в виде жилищной субсидии 100% взносов. Соответствующий законопроект партия власти, имеющая в Верховном Совете большинство, намерена принять на ближайшие сессии до конца месяца. Государственная поддержка затронет более 8 тысяч пенсионеров Хакасии, на что потребуется около 13 миллионов рублей в год из республиканского бюджета. По мнению парламентариев, такие расходы республики вполне по карману. Имея такого гиганта на своей территории, как Саяно-Шушенская станция, республика, а точнее ее малый и средний бизнес, страдает от роста энерготарифов. Если для населения свет в республике один из самых дешевых в стране, то для юридических лиц цены диктует только рынок. На сегодня, по данным бизнес-омбудсмена, стоимость электроэнергии превысила 5 рублей за киловатт, и дальнейшее удорожание может разорить тысячи предпринимателей. На то, как работает конвейер, можно смотреть бесконечно. Но для владельца производства дорога каждая секунда, ведь все это время тикает электросчетчик. Оборудование по переработке молока потребляет немало электричества. За последние 3 года эта статья расходов предприятия увеличилась практически на треть и сопоставима с уплатой налогов. Пока мы стараемся эту себестоимость, то есть вот цену на продукт не поднимать, сдерживать, но это все идет за счет нашей прибыли. Пока что мы с этим вот как-то пытаемся справиться. Поэтому сейчас, когда снова ожидается повышение тарифа с 1 июля, конечно, это будет больно, в очередной раз ударит по нам. И, скорее всего, нам придется поднимать уже цену. То есть мы не сможем сдерживать, потому что за нами стоят люди, которые хотят получать зарплату. За нами, у нас есть налоги, у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнять. Под угрозой стабильности других предприятий, дающих тысячи рабочих мест, проблема стоит не первый год. Еще в 2009 году ведущие бизнесмены Хакасии обращались к главе республики с просьбой помочь урегулировать ценовой вопрос. Он появился вследствие реформы в энергетике. И теперь цену киловатт-часа государство регулирует только для населения, а для остальных потребителей ее определяет рынок. В результате такой либерализации произошел резкий скачок тарифов, в некоторых случаях на 50-60%, и цены продолжают расти. В такой ситуации сложно говорить о конкурентоспособности предприятия Хакасии, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей. У нас в Абакане на одной стороне Енисея, да, и на другой стороне Енисея, и в Саяногорске, и по другую сторону Енисея. Допустим, там цена электроэнергии 3 рубля, а у нас в Хакасии 5 рублей. Где предприниматель разместит свое производство? Россия продает в Китае электроэнергию по 40 копеек за киловатт-час. И там она для конечного потребителя стоит 1 рубль. Как мы можем конкурировать наш бизнес российский с китайским при таких ценах на энергоносители? В главной сбытовой организации «Хакас Энергосбыти» опровергли информацию о том, что с 1 июля будет подорожание тарифов для юрлиц. И подчеркнули, они никак не влияют на ценообразование. Более того, говорят специалисты, предприятие не может самостоятельно завысить или занизить стоимость. По какой цене оно покупает энергию на оптовом рынке, по такой перепродает потребителям республики. Все надбавки регулируются Госкомтарифэнерго, которая контролирует работу монополиста. Они проверяют, у них есть проверки. По нам в прошлом году была проверка, не выявила недостатков. То есть мы, как гарантирующий поставщик, повторюсь, регулируемся, да, и все вот эти вот, вся вот эта цена складывается, от нас не зависит. У бизнеса есть выход – покупать электроэнергию не у ХАКАС Энергосбыта, а у коммерческих операторов, которые, конкурируя с монополистом, могут понижать свои цены. Однако для этого вначале придется пройти сложный этап согласования и немалых финансовых затрат. Так что насколько это выигрышно – еще вопрос. По мнению экспертов, ситуация может выправиться в 2017 году, когда не исключена отмена механизма перекрестного субсидирования. В этом случае рядовые потребители станут платить рыночную цену за киловатт-час, что облегчит нагрузку на других потребителей, в том числе на малый и средний бизнес. На этой неделе исполнился год с момента пожаров 12 апреля. Тогда погибли 32 человека, а свыше 1400 семей лишилось жилья. Остаток года прошел под знаком устранения последствий чрезвычайной ситуации.
Заседание правительства началось с минуты молчания в память о трагедии. 12 апреля пострадали не только рядовые жители, но и в целом экономика региона. Десятки фермеров и сельхозпредприятий полностью или частично лишились имущества. Два села выгорели полностью, их восстанавливали на пепелище. Виктор Зимин поблагодарил всех, кто откликнулся на беду Хакасии. Помощь пришла из разных регионов страны. Да и сами жители республики активно участвовали в сборе гуманитарных грузов и строительстве жилья. И, конечно, восстановление не было бы возможно без внимания президента. Отдельное спасибо руководству страны, которое приняло беспрецедентное решение, позволившее нам защитить интересы целого ряда социальных категорий граждан. Осилить рекордный объем строительства жилья республике удалось едва-едва. Большую стройку сотрясали скандалы, однако к намеченному сроку погорельцы справили новоселье. Большинство домов выдержали холода, в некоторых вскрылись недоделки. Их устранением сейчас занимаются власти. Другой острый вопрос – расчет со строителями. Некоторые бригады целый год не могут добиться кровно заработанного, и это еще одна головная боль профильного министерства. В центре общественного внимания отныне будет и профессионализм службы 01. В этом году пожарные как никогда занимаются профилактикой и контролем за соблюдением правил безопасности, при том, что их ряды подверглись оптимизации. В общем, последствия 12 апреля еще долго будут определять круг задач правительства. И вот о том, какие проблемы остаются и что еще предстоит сделать, мы поговорили с гостем нашей студии, заместителем главы Хакасии, председателем Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям Владимиром Крафтом. Как вы оцениваете устранение последствий вот чрезвычайной ситуации, которая случилась у нас в прошлом году, 12 апреля? Ну, в целом объем, который нам предстояло реализовать, в основном близок к завершению. Мы фактически по всем соглашениям построили 1240 домов. Ту инженерную инфраструктуру, которую мы должны были подготовить для функционирования этих жилых объектов и социальной сферы, мы в этом году планируем закончить. Те мероприятия, которые не были реализованы и по времени не успели, вынуждены были в конце года оставшиеся финансы вернуть на федеральный уровень. Вот сейчас они дополнительно поступили, 54 миллиона. И в течение лета это все должно быть устранено. Я вам напомню, что помимо строительства жилых домов были построены 4 социальных объекта. Это 2 ФАПа в Кагаево, Кожухово. Там же 2 начальные школы. Был проведен капитальный ремонт 39 домов. Ну и большой объем работ был связан с выплатами населения пострадавшими. 54 миллиона, которые пришли к нам из федерального бюджета, они на что пойдут? Это те мероприятия, которые мы не успели сделать в связи с погодными условиями. Это централизованный водопровод, где-то вопросы по канализации. В основном это по 6 населенным пунктам. Это Краснополье, по Черногорску, по Узбюрю, по Шира, ну и так далее. А какие-то дома еще нужно достроить? Да, у нас еще с точки зрения достройки пока 8 домов. Возможно, еще в судебном порядке суды еще длятся, какие-то моменты возникнут. Мы тогда будем решать это на федеральном уровне в дополнительном строительстве. Как известно, погорельцы жалуются на ряд недоделок. Вот как идет их устранение и какие силы прилагает правительство для того, чтобы помочь людям? Во-первых, было абсолютно очевидно, что подобные претензии будут возникать. Это не 14 домов. Это не 140 домов, это 1200 с лишним домов. Абсолютно очевидно, что в такую зиму дома входили несколько сырыми, не просохшими. И возникновение определенных проблем мы предвидели. К сожалению, от них никуда не уйдешь. Нужно просто сейчас постараться максимально спокойно в течение вот летнего времени, теплого, устранить недостатки и постараться просушить полностью все конструкции. Но наиболее острая ситуация в поселке Шира. Каковы последствия того, что бывший генеральный подрядчик Черногорского отделстрой сейчас не в состоянии выполнять свои обязательства? Как вы с этим справляетесь? Ну, во-первых, Шира по объему работ – это была самая сложная территория. Всего из 432 домов Черногорский отделстрой там строил 298, ну, львиную долю. Очевидно, переоценил свои возможности. То, что очень большие проблемы были по качеству жилья именно у Черногорского отделстроя, а, кстати, в самом Шира работали 3 генподрядчика, по другим таких вот глобальных претензий ведь нету. У Черногорского отделстроя была ошибка, даже скорее те проектировщики, которые
проектировали для них дома, мне кажется, они ошиблись с температурным режимом. Вот это ЛСТК, эти металлические конструкции, да, вот на потолке, они, видимо, были рассчитаны все-таки на более теплый регион. Крыши эти надо переделать? Естественно, уже часть этих крыш переделана. Значит, там предусматривает новое конструктивное решение. Тем более вот по этим же проектам у нас компания ВИК строила дома, у них таких проблем не возникало. Что на текущий момент по строителям? Безусловно, там их была вина. Вот с ними были заключены соглашения, однако не были к этим соглашениям приложены так называемые приложения, в которых была обозначена сумма квадратного метра. И теперь идут споры. Некоторые говорят, мы выполнили объем работ, хотя они фактически не сдавали так называемые отчеты КС-2. Некоторые, может быть, выполнили объем 1 миллион, а они теперь говорят, а мы выполнили на 4 миллиона. И фактически власть... По большому счету, понимая, что подобный спор рассматривается в суде, а очень проблематично им рассмотреть в суде, у них не в порядке все документы. Поэтому вот такая реакция о том, что выходят на митинги. На митинги легче донести свою информацию. Тем не менее, эти строители, люди, что называется, наши, проживающие в Хакасии, и не только. Мы считаем, что справедливость здесь должна восторжествовать. Вот сейчас создана рабочая группа, пытается понять, одну сторону и вторую, найти взаимопонимание и найти варианты выхода из этой ситуации. Каковы были причины этой трагедии 12 апреля? Да? Что это была людская халатность или природный какой-то фактор? И, исходя из этого, как у нас планируется усиливать пожарную службу республики? Это был серьезный природный фактор. Те мероприятия, которые мы реализовывали, опашка населенных пунктов, минерализованные полосы, даже 50 метров, ничего, неестественные преграды в виде реки, в виде дороги, ничего не смогло сдержать этот штормовой огненный смерч. Ну, уже и научные специалисты к нам приезжали, ведь смотрели, при ветре 20 метров в секунду вот этот вот степной пал, подгоняемый таким ветром, распространяется со скоростью 8 метров в секунду. Естественно, мы смотрим варианты прикрытия территории с точки зрения оптимального прибытия и боевых расчетов, соответственно, другой вспомогательной техники. Вот. Но где-то что-то будет меняться? Да, значит, вот мы в этом году уже сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации по Усть-Чулья-Аскинского района и в самом Шира Ширинского района, там недостроенное здание, будем реализовывать мероприятия по строительству депо, по ведению дополнительно штатной численности и в том числе приобретению пожарно-технического всевозможного вооружения и автомашин. В эфире «Вести Хакасия. События недели», и мы продолжаем. В Сорске несанкционированным разбором двух бараков занимаются местные жители. Городские власти им не препятствуют, потому что все стройматериалы отправят на свалку. Но соседи по улице беспокоят то, что развалины домов опасны. На месте побывала наша съемочная группа. Продолжают разбирать. Ну, вроде как, где ограждение, дорога не перекрыта. Еще непонятно. Это видео наша редакция получила из Сорска. Местный житель снял его со своего балкона. И действительно, полуразобранные дома не огорожены. Любой может сюда прийти, особенно притягательные руины для подростков по вечерам. Непонятно, кто разбирает эти дома. Это здания неогражденные. Ребятишки там бегают, и мы боимся, что на них, ну, дети там какие-нибудь увечья получат. Я с семьей проезжал на машине, недалеко от меня балка упала. Я остановился, сделал замечание этим людям, неизвестно кто. Рядом дети играют, то есть страшно. Игорь Нечаев после этого эпизода снял подобный на свой мобильный телефон со своего балкона. Балка перекрытия действительно тяжелая и, упав даже с 8-метровой высоты, может всерьез травмировать человека и уж тем более смять в гармошку легковушку. В момент съемок бригады разборщиков на развалинах не оказалось, лишь только местные жители. И на развалинах все как обычно. Горы строительного мусора, брошенные вещи, даже ценная некогда книга. Нам удалось обнаружить следы ограждения, если таковым можно считать тонкую веревку. Хотя по нормам на такие объекты вход должен быть закрыт. У нас сейчас проводится сметная документация, составляется на составление сметы и подготовка аукционной документации для определения подрядчика по разборке этих двух домов. На данный момент, в пятницу, значит, мы непосредственно с моей сотрудницей огородили, вывесили аншлаги, то есть, значит, стоя опасная зона, значит, со всех сторон. Но, естественно, сегодня мы не сходили, не проверили, как вы говорите, значит, что там уже их порвали. Значит, завтра с утра мы еще раз сходим, значит, опять повешаем непосредственно стоя опасная зона, значит, пока мы только вот так вот сможем их оградить.
Сегодня в 11 утра ограждения, пусть даже и символического, вокруг двух полуразрушенных домов не было. Доступ открыт любому. И по самым смелым прогнозам городской администрации, полностью разобрать завалы удастся не раньше июня, то есть как раз к летним каникулам у школьников. Татьяна Донцова, Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. В республиканском роддоме официально открылось реанимационное отделение для новорожденных. Оно объединило палаты интенсивной терапии грудничков. Работать в новом отделении также будут два высококвалифицированных врача-реаниматолога из Иркутска. Как осваиваются доктора на новом месте, расскажет Наталья Гармашова. Эти малыши, родившиеся раньше срока, до переезда домой набираться сил будут в реанимации роддома. Отделение открылось в апреле, объединив несколько палат интенсивной терапии новорожденных. Прежде выхаживали малыши местные специалисты. Две недели назад ряды реаниматологов пополнили сразу два доктора. Супруги Хлыстовы переехали в Абакан из Иркутска. В Хакасии впервые привлекло строительство в регионе перинатального центра. Переговоры с руководством родильного дома о сотрудничестве тут же увенчались успехом. Для нас это очень, так скажем, приятное предложение. Мы с удовольствием его приняли, приехали работать. У нас достаточно большой опыт работы именно в сфере работы с недоношенными детьми, с детьми с экстремально низкой массой тела, именно в условиях перинатального центра. По республике Хакасия за 2015 год с экстремально низкой массой тела, это ребятишки меньше килограмма весом, то есть от 500 до 1000 грамм, таких ребятишек родилось 21 человечек. Есть такие маленькие пациенты в роддоме Абакана и сейчас. Медицинский подход к ним особый. Условия пребывания малыша приближены к внутриутробным. Руки доктора, который наблюдает такого грудничка, самые нежные. Вам не страшно брать на руки? Ну, мне не страшно. В этой сфере очень много работает мужчин. Большое внимание стараемся уделить именно инфекционному контролю. Предотвратить инфекцию сложно, и надо быть очень аккуратным, внимательным и доскональным в каждом своем действии, в каждом вдохе, голосе, прикосновении к чему-либо в палате, к ребенку. Игорь Хлыстов новое реанимационное отделение возглавил с первых дней работы в республиканском роддоме. Условия труда и медицинские оценивает положительно. Уверен, у медучреждения после того, как оно перерастет в перинатальный центр, появится колоссальная возможность для развития. Его оснастят современнейшим оборудованием. Часть на склады уже поступила. Обошлось в 80 миллионов рублей. Впереди еще большие закупки. Только разных спецприборов и техники необходимо почти 3,5 тысячи единиц. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Через полтора месяца в республике заступит на боевое дежурство новое военное формирование. Это зенитный ракетный полк. Когда-то он уже нес службу в Хакасии, но потом его расформировали. Для чего одна из структур ПВО снова нужна на юге Сибири и что сейчас делают военные, об этом моя коллега Наталья Чудина поговорила с командиром полка. Чем вообще обусловлено появление вашего полка в Хакасии? Ну, прежде всего, наличием в республике крупных промышленных объектов, таких как ГЭС, как алюминиевый завод. И оборона этих объектов как раз является функцией зенитных ракетных войск. В советское время подобное формирование у нас в республике было, оно было расформировано. Почему было принято тогда такое решение? В советское время был... В Саяногорске дислоцировался одноименный полк, 170-й зенитно-ракетный полк, с такими же самыми функциями. Расформирован он был просто потому, что была программа сокращения вооруженных сил. Он в нее попал. У государства, я так понимаю, что денег в то время на армию не хватало. Какое вооружение будет у нас? Где оно будет располагаться, если это не военная тайна? Ну, это служебная информация, но... Значит, часть можно рассказать. На вооружении полка будет зенитно-ракетная система С-300. Эта система не из самого нового парка, но довольно стабильная, проверенная, с хорошими характеристиками. Располагаться она в республике Хакасии будет в основном в районе Абакана, несколько позиций. А также в дальнейшем полк будет переформирован в зенитно-ракетную бригаду. И часть позиций будет на территории Красноярского края. Ну и кто будет обслуживать все это? Ваш личный состав? Да, сколько? Конечно. Кто? Сколько? Срочники будут, не будут? Прежде всего, инженерно-технический состав – это офицеры, которые профессионалы, которых учат в училище 5 лет. Потом они в процессе службы
много раз проходят еще повышение, курсы повышения квалификации. Но также мы набираем военнослужащих по контракту. Из местного населения много у нас мужчин идут на отбор. Да, у нас каждую субботу начальник штаба возглавляет аттестационную комиссию. С 10 часов утра мы отбираем, точнее проходит аттестационную комиссию от 50 до 100 человек. Если вопрос именно в срочниках, в местных, будут ли они служить у нас, это, я думаю, что вопрос надо адресовать военному комиссару. Угу. Если к нам будут посылать, мы их, конечно, примем с удовольствием. А вообще какое количество людей будет служить у вас? Вы имеете в виду общее количество или солдат? Общее количество людей, гражданские же будут у вас и не гражданские. Ну, если это пока это полк, то, скажем так, в районе 400 человек, там точную цифру я не имею возможности вам сказать. А когда это будет бригада, будет, ну, примерно в два раза больше. Когда заступаете на боевое дежурство, и какие условия и предварительная работа должна быть проделана перед этим? На боевое дежурство министр обороны поставил дату 1 июня. Значит, ну, естественно, мы к этой дате будем готовы. Чтобы выполнить данную задачу, там труд, конечно, и объем работы колоссальный. Во-первых, людей надо подготовить. То есть вообще что-то, ну, условия для заступления – это готовность людей, готовность техники и готовность, ну, документации, там, как правовой базы, это издание приказов, оформление допусков и так далее. Ну, то есть готовим людей, даем зачеты, готовим технику, мы ее еще только принимаем. Наша гостелерадиокомпания начинает проект «Хакасия в годы Великой Отечественной войны». Каждую неделю мы будем рассказывать об интересных фактах и событиях, которые происходили на территории нашей республики с 41 по 45 годы. Подробности в следующем сюжете. До празднования 71-й годовщины Великой Победы осталось совсем немного времени. В канун 9 мая журналисты традиционно обращаются к теме войны, к подвигу наших ветеранов. В этом году мы решили немного выйти за рамки привычного и рассказать о том, как жила республика в годы Великой Отечественной войны, чем была наполнена жизнь наших земляков в перерывах между тяжелым физическим трудом и ожиданием писем с фронта и сводок с полей сражений. Как корреспондентов новостей нас интересуют самые разные стороны жизни. Например, что было на столах жителей республики, как питались в годы войны, как был устроен досуг, какие фильмы показывали в кинозалах, что играли на театральных сценах, какие перемены привнесла война в промышленность и сельское хозяйство Хакасии и многое другое. Источником информации и вдохновения в первую очередь нам послужили статьи наших коллег-журналистов, работавших в то время в местных газетах. Конечно, большая часть публикаций политизирована, но параллельно есть масса любопытных фактов и историй. Кстати, сегодня, благодаря Национальной республиканской библиотеке, нет необходимости перелистывать подшивки старых военных газет. В 2015 году было все оцифровано и сегодня находится в свободном доступе. И в коллекции представлены газеты областные, городские и районные, выходившие в годы Великой Отечественной войны на территории Хакасии. Это были газеты, есть у нас «Большевицкий путь», «Знамя Советов», «Саралинский горняк», «Таштыбский колхозник», «Шахтер». И все эти газеты нам предоставила Российская государственная библиотека города Москвы. Оригиналы хранятся там. Помогать в подготовке материалов в проекте «Хакасия в годы войны» нам будет Национальный архив республики. Здесь помимо официальных документов хранятся и фотоархивы. При съемке сюжетов о далеком прошлом отсутствие картинки – одна из главных проблем телевизионщиков. Поэтому мы рассчитываем и на помощь телезрителей. Нам интересно все – фотографии, вещи той эпохи, воспоминания очевидцев или родственников о нашей республике в годы войны. Темой нашего следующего сюжета станет промышленность Хакасии. В течение всей войны в республике пытались наладить производство сахара. Даже построили специальный завод и сеяли сахарную свеклу. Что из этого вышло, расскажет мой коллега Виктор Лушников.
Еще раз напоминаем, что каждый телезритель может стать участником этого проекта. Все, у кого есть фотографии, на которых запечатлена республика в этот период, просьба связаться и принести их в нашу редакцию или направить на электронную почту. Нам интересны фотоснимки на любую тему. Железная дорога, театры, кино, помощь фронту, госпитали, сельское хозяйство, промышленность, образование, повседневная жизнь. Главное, чтобы фото касались периода Великой Отечественной войны. Более подробную информацию о проекте можно узнать на нашем сайте или по телефону, который вы сейчас видите на экране. Национальный праздник красоты и таланта прошел в драмтеатре. Конкурс «Мисс Абахай», что в переводе с хакасского означает «красавица», состоялся в пятый раз и не разочаровал своих зрителей. За победу боролись 15 девушек. Жюри предстояло сделать непростой выбор. Кто же оказался достойной звания Абахай, смотрите далее. За 5 лет существования конкурс «Мисс Абахай» прочно застолбил за собой место в культурной жизни республики. Это не просто конкурс красоты, где нужно уметь дефилировать и очаровывать взглядами и улыбкой. Здесь тот самый случай, когда не менее важны красота внутренняя и умение девушки представлять не просто саму себя, но свой народ и свою культуру. Конкурсантки не только пели и танцевали, но и готовили национальные блюда. Ну и самый ответственный этап борьбы – рассказ о себе на хакасском языке. Мин Галина Сазанакова Полшан. Пультер роды. Полхара пультерхи паза ах пультерхи шаролшан. Как и в других конкурсах красоты, возраст имеет значение. Самая младшая из участниц – 17 лет, самая старшая – 21 год. Примечательно, что в этом году одна из конкурсанток, Галина Сазанакова, была выбрана в результате голосования в социальной сети. Выбор народа совпал с мнением жюри. Девушка стала второй вице-мисс. Звание первой вице-мисс удостоилась студентка ХГУ Юлия Ульчугачева. И вот кульминация шоу. Мисс Абахай Хиспай Саин! Хиспай Саин родом из Аскисского района. Ей 20 лет, она учится в ХГУ и является участницей ансамбля «Кюнсузы». Помимо короны, она выиграла путевку в Крым на 8 дней. Все девушки прекрасны, очень красивы, и каждая достойна стать лучшей. Но победу присудили мне, и я очень этому рада. Сегодня счастливый день для меня. Впрочем, другие девушки не остались без поощрения. Мисс очарование, мисс грация, мисс элегантность. Граней у красоты много, и каждая из них была отмечена у той или иной конкурсантки. В итоге никто не остался без цветов, подарков и зрительского внимания. Марина Канадакова, Александра Сунчугашева, Иннокентий Араштаев. Вести Хакасия. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч.